Всем привет, друзья! Вы смотрите видео на канале Androidище Reviews. И сегодня мы посмотрим на новые гонки от студии Sega, Sonic Racing Transformed. Да-да, я знаю, что зачастили разработчиками с играми Sonic. Но что делать? На этот раз Sonic и его друзья будут соревноваться на гоночных треках. В вашем арсенале доступны крутые тачки, лодки и даже футуристические самолеты. Не зря в названии игры имеется слово Transformed или трансформирование. Во время очередного заезда ваше транспортное средство может неожиданно превратиться в самолет или лодку. На деле это выглядит не хуже, чем на словах. Анимация трансформации выглядит просто прекрасно. Такого на мобильных платформах мы еще не видели. Sega предлагает нам на выбор 10 знаменитых гонщиков со своими транспортными средствами. Разработчики также предлагают следить за обновлениями, так как гонщиков может стать больше. Что касается локаций, то нас ждут динамически меняющиеся трассы, проходящие по суше, воде и воздуху. На трассе будут доступны множество бонусов и съездов, по которым можно срезать путь. Но и расслабляться тоже не стоит, трасса также кишит различными ловушками и преградами, так что будьте начеку. Специально для мобильных девайсов были добавлены ежедневные и еженедельные соревнования. Также вы можете поиграть с вашими друзьями, как локально, так и по сети. Сравнение рекордов через соцсети также присутствует. Кстати, интеграция SwayZvuk более глобальна. На трассе вы сможете видеть фото профилей ваших друзей. Управление представлено в нескольких видов. Доступно на выбор 3. Наклон с помощью акселерометра, касание по экрану и даже контроллер. Разумеется, для устройств с поддержкой USB-хост. Чтобы погрузиться в увлекательные гонки, вам нужно будет заплатить 169 рублей. Именно столько стоит игра в магазине Google Play. А на устройстве должно быть свободно около 1 гигабайта памяти. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Столярчук. Свои мысли и вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях под этим видео. Спасибо за просмотр. Всем удачи!